В северной части Хабаровска неизвестный ранил из пистолета 43-летнего мужчину, который в половине первого ночи возвращался домой из гаража. Медиков для пострадавшего вызвали приятели. Они живут в доме, рядом с которым произошло нападение. Полученная горожанином травма жизни не угрожала. Он без проблем смог подняться в квартиру друзей. До того, как врачи увезли своего подопечного в 10-ю городскую больницу, он успел пообщаться с полицейскими. Им он рассказал, что преступников было двое. Сообщников мужчина встретил, когда шел по темному проулку вдоль забора того самого дома, где живут товарищи. Мотив нападения для потерпевшего остался загадкой. Возможно, это были грабители. Заметив угрожающие фигуры впереди, прохожий замедлил ход, а потом и попятился. Как раз в этот момент и прогремел выстрел. Резиновая пуля попала в живот, оставив на нем кровоточащую рану. Увидев, что жертва устояла на ногах и вполне еще может сопротивляться, сообщники удалились. Судя по размеру раны, стрелявший был вооружен бесствольным пистолетом ОСА. Гильзу он автоматически не выбрасывает, поэтому криминалисту попросту было не с чем работать. Нападавшие по горячим следам не найдены. С места происшествия Надежда Томченко, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.